Добрый день всем. Сегодня у нас 16 апреля. Вот такая у нас краснота. Так у нас все зелененько. Кизил уже все. Еще хороший ветерочек или дождик, и все, и осыпется. Ой, уже калина зеленая. Вот копаешься в земле и не замечаешь, что вокруг творится. Голову поднимешь, о, кизил уже отцвел. Поднимешь голову, о, уже начинает, скоро зацветет груша. А здесь вот трава нежная-нежная. Каких только цветочков нет. И вот такие, и такие красавицы вообще. Ну да, даже такие, такие красивые. А дуванчики уже зацвели. Каких только нет. Вот какие желтенькие тоже, как солнышки. А еще хочу показать. Вывели сегодня первый день гусяточек. Им вот уже 9 дней. 7 апреля они родились. Тут в стайке там сидели в тепле под красной лампой. Сегодня первый день мы решили их. Что-то вынесли, солнышко было, а уже все. За полчаса и солнышко спряталось. Что, жулики? Что, жулики? Вон там есть совсем маленькие-маленькие два. Еле-еле-еле. И они, кстати, вывелись из самых больших и здоровых. И два яйца было огромное. Может, они двухжелтковые были. И вот вывелись два самых хиленьких, самых маленьких гусенка. Ну, ничего, пока тьфу-тьфу-тьфу. Сколько вывелось, пока все живенькие. Тьфу-тьфу-тьфу. И 100% вывелись, вот сколько было, столько и вывелись. Сколько наклюнулись, ни одного яйца тьфу-тьфу-тьфу, не замерло, не пропало. Ну, конечно, сразу, когда я вас копировала, я убрала там их. Пустые были. И я их убрала. И вот сколько было, те и остались. Один вот единственный с белым клювиком. Это будет белый, как Линда. Может быть, с какими-то пятнышками. Остальные все крупная серая порода. Черные клювики. Ну, растите, растите, мои хорошие. Растите. Дай бог, вы растите большие.